Я сегодня зашел в Brawl Stars, и то, что я здесь увидел, я максимально сильно от этого офигел. Вот ты замечаешь сейчас на аккаунте что-нибудь необычное? Вот прям максимально-максимально необычное. Вот этот вот восклицательный знак, который находится рядом со мной, что он вообще значит, я пока что не понимаю. Но смотри, я уже увидел то, что у меня есть сообщение от службы поддержки Brawl Stars. Вы получаете значок, какой-то значок вообще непонятный за Brawl Pass сезон. Это что вообще значит? Я такого ни разу в жизни вообще не видел. И давай мы прямо сейчас его с тобой заберем. Но перед тем, как мы это сделаем, мы возьмем и, конечно же, на этот видосик поставим свой лайк и подпишемся на канал. И обязательно поставим колокольчик, чтобы следующий видосики не пропускать. А еще видео обязательно до конца досматривай, потому что сегодня нас с тобой ждет еще очень много всего интересного. Ну а мы с тобой давай, так чтобы быть, забираем значок, и мне выдают Гейл. Что? Подожди, что-то я прикола не понял. Так, давай Гейла просто заберем. Так, где у нас Гейл? Давай посмотрим, что за значок нам на него дали. Так, вот Гейл, пины и... А! Нам просто дали пин, которого у нас не хватало. Вы серьезно? Капец. Я-то думал, что-то интереснее у нас будет, типа за то, что ты все сезоны Brawl Pass покупаешь, тебе еще какой-то пин в подарок дали. Но, походу, меня просто решили затроллить. Ну ладно, так уж и быть. Тогда мы просто заходим в магазин и видим то, что у нас здесь есть самые офигительные. Brawl Stars, грузись, ты что залагал-то? Эй, алло. Brawl Stars. Он что, дурак? А вот все нормально, чуть пины, блин, не купил. Смотри, мы видим то, что здесь у нас есть самые офигительные наборы значков. За 49 и за 39 гемов. Но я думаю, зачем их покупать, если они у нас есть в Brawl Pass. Набор значков, и таких аккаунтов у меня очень много. Поэтому я так думаю, то, что за сегодня мы откроем где-то штук 15 или 20 этих наборов. И я планирую выбить какие-нибудь максимально крутые, эпические или легендарные пины. Кстати, а легендарные пины вообще есть или нет? Короче, я вообще за это нифига не шарю, я просто открываю набор значков. О, на Амбер, кстати, прикольный. И сердечко. Из обычного пака мне мифический на этот значок выпал. Нифига себе. Вот это, конечно, хорошее начало. Так-то, на самом деле, все три значка офигительные. И я так думаю, то, что в начале видоса мне, конечно же, повезло. Ну, а мы тогда с тобой оказались на аккаунте Кубик. Подпишись, на котором у меня тоже есть набор значков еще за шестой сезон Brawl Pass. И я так думаю, то, что я его прямо сейчас открываю. Мне выпадает сразу же еще один мифический. В натуре сердечко выпало. Чего? Это как так вообще работает? Прикола, не понял. Но я вообще не против, потому что сердечко, это, конечно же, очень хорошо. И у меня, получается, открывается седьмой сезон, ведь я его это еще тоже не открывал. Давай, Brawl Stars, не лагай, пожалуйста. Седьмой сезон мы сейчас заходим. И здесь у меня вроде бы тоже должны быть пин-паки. Блин, я Brawl Pass тут не покупал. Погоди, а я хоть и до конца не прокачал. Ладно, пошли на другой аккаунт. Итак, мы оказались на аккаунте Донатер 666. И давай мы, конечно же, сразу же заходим в Brawl Pass, посмотрим, что у нас есть на этом аккаунте. Здесь всего лишь три уровня, я пока что ничего не проходил. Мы переходим в седьмой сезон, а нет, даже в шестой. А я чё, его еще даже не забирал, что ли? Ё-моё, я так думаю, то, что это, конечно же, скоро нужно будет сделать. А пока что просто заберем набор значков. Первый, эх, о, хлопки, кстати, выпали, хлопки тоже хорошо. И на Нане значок тоже очень прикольный. И, конечно же, еще за последний, я его тоже не прокачал до конца. Ну вы что, гоните? Ладно, тогда вот в скором времени обязательно жди видосик, где я буду открывать весь этот Brawl Pass. А чтобы его не пропустить, колокольчик, конечно же, поставь. А мы погнали на другой аккаунт. Сейчас мы оказались на аккаунте Квестер 2000. Давай уже, Brawl Stars, грузись. Потому что я думаю, то, что на этом аккаунте тоже должны быть какие-то пин-паки. Вроде бы я здесь тоже призы еще не забирал. А этот Brawl Pass у меня должен быть прокачан до конца. Насколько я помню, если я не ошибаюсь. И здесь не из пин-пака. Ну, такое себе на самом деле выпадает. Лайкосик только прикольный. Но, блин, можно было что-нибудь покруче положить. А здесь у меня Brawl Pass, конечно же, пройден. И давай я тоже заберу. Набор значков, два пина на ворона выпало. Это, конечно, хорошо, но самый крутой здесь пин на Динамайка, мне кажется. Окей, погнали дальше. Вот можно было бы как-нибудь в седьмой сезон переместиться, чтобы я из него тоже пин-паки собрал. Но, походу, фигушки мне с макушкой, сказал Brawl Stars и решил меня просто затроллить. Окей, тогда идем дальше. Ведь у нас еще есть аккаунт Speedrun Quester или Quester 3000. Да, Speedrun Quester он назывался. Да нафига мне это все время дичь вылазит? Новый сезон. Я еще даже сюда ни разу не заходил, что ли, в этом сезоне. Ё-моё. Окей, мы заходим в награды. Про
прошлый сезон, это, конечно же, сезон номер 6. И здесь у меня тоже есть пинпаки. Блин, нужно уже как можно скорее все эти браул-пассы открывать. Опа-на, две слезки и хлопки выпали. Хлопки от Джесси, окей. В принципе, паки более-менее нормальные, но у нас еще есть один набор значков здесь, и мы его открываем. Блин, вот на Джесси прикольный, а все остальное, ну, такое себе. О, а у нас еще в магазине бесплатный ящик тоже есть, и мы его тоже открываем. Ну, из него мы, конечно, нифига не ждем. Да, 16 монеток, ну, как обычно, короче. Я тут, короче, зашел на один из аккаунтов, на котором мы вместе с Владусом битву устраивали, между прочим. И здесь есть маленький ящик, ну, из него тоже нифига не выпало, зато целых 50 монет. Нифига себе, конечно, как много. Окей, это, конечно, хорошо все, но еще я, знаете, что понял? То, что я здесь даже элементарно не забрал пару пинов, и у меня такое чувство, что, возможно, еще есть какой-нибудь пинпак. Поэтому давай мы сейчас быстренько это проверим. Так, пины мы сразу же забираем. Сначала нужно, конечно, в прошлый сезон зайти, еще бы Brawl Stars нас не лагал, было бы просто шикардосно. Пины вот эти мы забираем. Давай заберем все призы, потому что в 7-м Brawl Pass'е, возможно, тоже у нас есть что-нибудь интересненькое. Окей, мы забираем сразу же очки силы. Все, все призы у нас есть. Теперь назад к текущему сезону, назад в прошлый сезон, и здесь у нас пустота. Блин, что-то я походу перепутал, ну ладно. А сейчас я зашел на один секретный аккаунт, где битва Brawl Pass'ов у нас вместе с Владусом еще не вышла. Мы, то есть, мы ее уже записали, все бравлеры уже здесь есть. Я бы вам мог даже их показать, но делать этого, конечно же, не буду, потому что вы сами это видео скоро увидите. А чтобы его не пропустить, колокольчик быстрее внизу нажимай. Но здесь я специально не забирал набор значков, потому что я его хочу забрать прямо сейчас, и мне выпадает... Да блин, ну чё опять фигня какая-то? Кстати, значок на барре у меня сегодня уже был. И вроде на Джеке тоже уже был. Вы что, гоните? Это как так повезло? Или не повезло? Непонятно. Окей. Бравлеров я тебе, если что, не показывал. Ты никого не видел. Ну, Белли, это понятно, то, что мы забрали. Окей. Кей, я еще на своем телефоне нашел аккаунт Квестер 900. Не знаю, почему его на компе не было. Запарился я его на самом деле искать. Но в любом случае, я нашел то, что здесь у меня есть целый сезон Brawl Pass'а, который я еще не открыл. И он у меня причем прокачан до 50... какого-то 58 уровня, между прочим, не хухры-мухры. Поэтому я так думаю, что его скоро тоже нужно будет обязательно открыть. Ну а сегодня мы открываем только пинпаки, набор значков, как я тебе уже и говорил. И мне выпадает, нифига себе, на Дэрила я вообще ни разу такой значок не видел. Какой он приколдесный. Вот на Дэрила сердечко максимально, ах, просто топовенькое, топовенькое. Ну, короче, ты понял меня? Окей, это хорошо. Блин, был бы еще за последний уровень пинпак, было бы вообще шикардосно, но, походу, не в этот раз. Ведь я брал пас до 70 уровня, с какого-то фига не успел прокачать. А в 7-й сезон я элементарно перейти не могу. Здесь у меня, кстати, тоже какой-то восклицательный знак есть. Это еще что такое, я не понял. А, это всего лишь скин волшебник Барли. 85 дней назад, нифига себе, как давно это было. Но давай тогда так уж быть, заберем его прямо сейчас. Барлейчик выпал на аккаунт, это хорошо. И сразу же выпадает еще один скинчанский на барлейчика. Неплохо. Кстати, еще в магазине какой-то подарок есть. А что там такое? Что-то написано, что что-то новое было. А, просто новый скин на Барли. Я понял. Я бы его с удовольствием купил. Но у меня как бы один гемас только на аккаунте есть. Поэтому не повезло, не фартануло. Но зато, если мы зайдем на аккаунт Квестер 900, то есть он там через одну букву всего лишь отличается. Я сюда тоже еще ни разу в этом сезоне не заходил. И у нас тоже здесь есть Бравл Пасс, пройденный почти что до конца. И есть самое главное, набор значков на шельку и на... Нифига себе, два этих, две слезки выпало. Капец, конечно, прикольно, но мне не это надо, мне надо эпические пины или мифические, какие они правильно называются, я не знаю, я просто не шарю толком нифига. Вот если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу под видео, потому что вы там по-любому всякие видосики у Арткула смотрите и еще у всяких ютуберов, и знаете то, что они открывают пины, и вы уже сами, мне кажется, знаете больше всех. О, здесь тоже барлейчик, походу, есть, да? Да, тоже есть барлейчик, и давай его тоже заберем. Как ты понял, я на этом аккаунте тоже скоро буду открывать Бравл Пасс. А, стоп, а барлетчик у меня уже здесь есть. Нифига себе, конечно, прикольно. И, кстати, ты помнишь, почему аккаунт называется Квестер 900? Помнишь или нет? Если помнишь, напиши в комментариях внизу под видео свою догадку. Ну, а я тебе скажу то, что этот аккаунт я создавал, когда у меня еще не было 900 тысяч подписчиков. Но сейчас они наконец-то появились! Второй раз. Да, потому что там YouTube немножечко у меня отписывал людей, а сейчас снова подписал, и все, конечно же, хорошо. Ну, в смысле, вы сами подписались, и кто это сделал, вам говорю огромное спасибо. Окей, это хорошо, здесь ящик мы тоже открыли, и скоро нужно будет открыть обязательно Бравл Пасс. Поэтому, если ты не хочешь пропустить это видео, обязательно подписывайся на канал. Ведь он тут пройден почти что полностью до 50, до какого, до 59 уже уровня. Неплохо. Ну и еще у нас есть аккаунт Квестер Лям, на который я тоже ни разу не заходил. И здесь у нас тоже... А, я походу Бравл Пасса здесь толком-то и не проходил, да? Угу, понятно. А зачем тогда мне этот аккаунт надо было?
Шот я на самом деле даже и не помню. Ну ладно, давай заберем, значки, эти очки силы. Может быть, в 7-м сезоне у нас что-нибудь есть. Я на самом деле не помню вообще этой ситуации, что было на этом аккаунте. Так, назад к текущему сезону, прошлый сезон. А в 7-м сезоне у нас вообще только один маленький ящик. Капец, нафига я тогда сюда зашел? Вообще не понимаю, но из него, конечно же, нифига не выпало. Я вот за сегодня несколько ящиков открыл, из них ничего-то нифига не выпадает, не выпадает. Вообще, блин, нифига не понимаю, почему. Но зато знаешь, что я заметил? У меня хватает прям тюделька в тюдельку для того, чтобы я купил эпический значок. Давай посмотрим, какие бравлеры у меня здесь есть, на кого бы я хотел получить эпический значок. Ну, наверное, скорее всего, на кольта вот эти вот звездочки пиу-пиу-пиу, как говорят все в интернете. Вот я хочу выбить именно этот значок и надеюсь, что мне он сейчас как раз-таки и выпадет. Мы заходим в магазинчик и открываем эпический значок за 39 гемасиков. И мы его открываем прямо сейчас, и это у нас выпадает сердечко на Джесси. Сердечко, конечно, хорошо, но я на кольта хотел, ну чё, сложно что ли было? Окей. 39 гемасиков потратил. Не знаю нафига. Вот вы как считаете вообще, стоит ли тратить гемы на вот эти наборы значков, на эпические значки? Я все-таки как-то с этим немного не уверен, и мне кажется, что это чуть-чуть зря. Ну а я зашел на свой новый аккаунт, на свой новый проект, который называется «Без названия», потому что название я все еще не придумал. Кстати, если ты это видео не смотрел, обязательно его глянь. Я думаю, то, что скоро оно где-то здесь вот рядышком появится, а я пока что открываю маленький ящик, из него мне нифига не выпадает. Кстати, да, мне здесь очень сильно нужны бравлеры, и пока что у меня толком на этом аккаунте никого нету, только два бравлера и всего лишь 460 кубков. А Brawl Pass я еще толком-то и не забирал. До набора значков я тем более не дошел. Если ты не знаешь, в чем заключается этот проект, просто посмотри видео очень внимательно, и там ты, конечно же, все узнаешь. Ну а я тебя хотел просто спросить, тебе как вообще видосик-то, понравился или нет? Я надеюсь, что да, и ты, конечно же, поддержишь его своим лайкосиком и подписочкой на канал. Кнопка подписки уже появилась здесь вот рядышком, а там вот чуть-чуть подальше появилось то самое видео с этим вот проектом. Если не смотрел, быстрее залетай и быстрее смотри, что ты ждешь-то? Ну, ты нажмешь уже или нет? Молодец.